все, съемка пошла. Три команды. Стоять, бежать, сидеть. Пилот готов. Ваня, выходи на связь. Симка, вот так слышу против солнца. А, вот сейчас слышу. Ты меня слышишь, да? Начнет тянуть сутро, сначала упираемся в него и не бежим. Он нас будет тянуть, а мы упираемся. Да, Юрка, ты что, ты говоришь, что тебя вообще абсолютно не слышно? Я расскажу, бежим. Я вижу направление. Со связью разберемся. Дим, принимаешь рацию? Вот сейчас я тебя слышу. Ты меня слышишь? Да, слышу. У нас пилот, у нас тандем крыла ветра, пилот Павел с видео, пилот готов. Начинаю, что грустно какой-то. Я тебя минуту вызываю, вызываю, не слышу ничего, ответ. То ли ты по телефону говоришь, то ли меня не слышишь. Это навели рации такие. Я понял, ну все, работаем, пилот готов. Стоим, побежали. Мама, я была на высоте 300 метров. Все, как ты не учила.
Переводила? Я даже не говорила до последнего, что я на параплане поехала. Так и должно быть. Нет, это вот восторга, это реально от восторга. Это было очень круто. О, боже. Очень здорово. Молодец. Офигеть, просто. Ага.